2018 год объявлен годом Японии в России и России в Японии. В рамках этого события в ТГМПИ имени Рахманинова прошел мастер-класс одних из лучших аспирантов Московской консерватории, который родом из Японии. На встречу пришли молодые музыканты, а также исполнители со стажем. Каждый играет в своей манере, поэтому подход индивидуальный. Работа над ошибками проводилась сразу. Недочеты в исполнении устранялись по ходу игры. Дарья Гломенцева исполнила этюд Листа, играла с вдохновением. Но, как заметила сама Даша, ей помешала чрезмерная эмоциональность и напор. Несмотря на то, что ее игру по достоинству оценили, для себя музыкант отметила несколько важных моментов. Нужно больше сдерживать себя, какие-то расставлять пометки, чтобы можно было успевать переносить и мысли, и руки, и знать заранее, что нужно играть. Вот, потому что я много ошибалась, вот, и это моя проблема, и, так сказать, мне еще раз немножечко, ну так, намекнули об этом. Оба музыканта из Японии. Кёхи Имаидзуми занимается музыкой с 10 лет, а вот Шина Хидаки с 5. Он из музыкальной семьи, она постигала азы фортепиано на уроках в школе, куда ходила группа из детского сада. Он аспирант Московской консерватории, она там проходит стажировку. С разной судьбой, но с одной любовью к музыке, они объединились в творческий тандем, чтобы передать свои знания и умения студентам в Тамбове. Прослушав не одно произведение, сошлись в едином мнении и выявили то, над чем еще ребятам стоит поработать. Они достаточно технически играют, да, но немножко не хватает вот музыку. Может быть, пока не молодые, поэтому по технические проблемы, по музыкальным, как тоже оба, но все как-то микс, там, у них тоже маленькие, но достаточно многих проблем есть. Но я, когда они играли Рахманинова, я сразу чувствовала какой-то, ну, близкие отношения к Рахманинову. После мастер-класса пианисты порадовали слушателей собственным исполнением. Не могли не отметить приглашенные гости и качество звучания инструментов и зал. Мировой уровень, я думаю. Зал хороший, и оба бихистонисты, и оба как-то очень высокого уровня. Молодые музыканты и уже опытные преподаватели из мастер-класса вынесли полезный урок и информацию. Завтра свое мастерство предстоит показать Кёхи и Шина перед зрителями, которые не только любят, но и знают толк в хорошей классической музыке. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей.